на канале Kill Game. И сегодня мы играем в MTA на серии CCD Planet. И в этой серии я хочу вам рассказать, я купил, короче, АКУ, но я это снимал, меня вылетело и не записалось. Только что снимал, пришлось заново записывать. И, увы, я вам не покажу, как я ее покупал. Я купил ее за сколько? За 150 тысяч, ну, плюс 7 тысяч комиссия через F3. На блат номерах таких. Так, где вот она? Вот она. Да, вот она. Наша зверючка маленькая. Номера XXX976790. Такие номерки я хотел на блате. Не знаю почему, просто хотел на блате. Думаю, надо поехать ее перекрасить. Давайте поедем лучше в ЛВ, ее перекрасим. Перекрасим. А в следующей серии, наверное, уже займемся внешним тюнингом. Может быть, и чипом. Чип, думаю, пока не буду ставить. Это тут такой и стоял чип. И думаю, заехать надо сбросить, чтобы она прям сток была. Ну, стоковый чип, чтобы был. Сейчас мы все это сделаем. Просто, чтобы с нуля проект сделать такой интересный. Ну, вы помните, у меня была красная такая тоже АК. Ну, я решил заняться серьезно уже. Настройки подберу, буду подбирать уже прям как надо. Там АК раз. У меня есть еще одна АК. Вот, можете посмотреть вверху. На пневме. Ну... Это дрифт АК. Так что не надо путать. Дрифт АКУ и оффроуд АКУ. У меня, смотрите, у меня руф, это чтобы погонять. BMW, чтобы отдохнуть, а чисто покататься. Так, она мягенькая такая, плавная, красивая. АК... Верх, ну, самое первое, чтобы подрифтить. А вот я хочу оффроуд, у меня нет оффроуд. Если буду оффроуд, все, мне больше никакая тачка не нужна будет. Так, едем дальше. Сейчас заедем, блядь, перекрасим ее. Потом поедем, наверное, сбросим тюнинг. Ну, чип сбросим, то есть. Она стоковая. Да, сток она. Ни тонировки, ничего на ней нету. В принципе, это и не нужно. Так, давайте заезжаем наверх. Ой, наверх, блядь. Заезжаем сюда. Черная нет. Не то. Желтая тоже не то. Зеленая нет. Голубая, синяя. Нет, у меня синяя уже есть. Так, можно так вот как-то что-то сделать. Давайте вот так вот как-то что-то придумаем. Так, не то. Блин, не знаю, какой цвет даже ей сделать. Такой цвет может какой-то сделать. Непонятненький такой. В принципе, можно и такой сделать. Такой будет необычный цвет у нее. Даже не знаю, как это. Грязь такая, лишь типа такого что-то. Неплохой такой цвет будет. Сейчас поехали и сбросим чип с нее, чтобы у нас был именно сток. Да, чтобы две выхлопные тоже не было, чтобы у нас... Нам это ни к чему. И, наверное, поедем проверим ее на стоковых настройках. Так, что-то она и на этих не валит, конечно. Номера, конечно, нормальные. Давайте сразу лайк за такую серию. Так, поворачиваем сюда. Поворачиваем. Так. Ох, там пацаны что делают, походу. Учатся дрифтовать или что-то такое. Что у меня за номер? Ага. Так. Что мы нажимаем? F.
Так, спрос хейтлинга. Так, ну, что-то у него с проходимостью не очень, я вам скажу. Блин. Сюда она не выезжает, даже с разгончика. Вот с места, ну, давайте с места попробуем. Давай. Нихера, упирается. Упирается. Давайте вот так вот наверх. Не. Не получается, что-то у нас. Ну, в принципе, неплохая такая машинка, она у меня была уже. Но настолько она вообще не валит. Вообще, на ней передний привод, во-первых, стоит. Невозможно вообще никуда заехать. Если полный стоял, она бы еще куда-то заехала. А так вообще никак. Просто никак. Ну, ничего страшного. Блин, она какая-то еще подвеска у нее какая-то жесткая очень. Прям очень жесткая. Смотрите. Не можно перевернуться. Видимо, можно. Но мы настроим так, чтобы она была высокая на боевой резине. Тренировать не знаю, буду, не буду. Но будет прикольно, думаю. Такая неплохая, неплохая. Но не хватает ей все-таки чипа нормального. Настолько вообще не едет. Ну, это будет все в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем пока, ждите новых.